за попытки Запада открыть против России второй фронт, имея в виду опять разжечь костер и дестабилизировать обстановку в Абхазии и Южной Осетии и сделать горячими отношения между Грузией и этими двумя суверенными государствами. Так что большинство рисков, которые мы здесь наблюдаем, они связаны с попытками Запада, нацеленными на то, чтобы здесь максимально свое влияние утвердить. И прежде всего для того, чтобы подорвать возможности Российской Федерации, подорвать возможности для равноправного, взаимовыгодного сотрудничества стран Южного Кавказа с нашим государством.